и задаете первый вопрос. Как тебя зовут, чем ты занимаешься? Человек отвечает. Меня зовут Настя, я музыкальный продюсер. Второй вопрос вы задаете человеку. Что хорошего сейчас происходит в вашей жизни? Я очень рада находиться на этом концерте. Благодарю всех, кто здесь присутствует. И надеюсь, что наши концерты будут еще популярнее. И третье, что вы делаете, это желаете человеку из души в душу, чтобы все у него получилось Настенька. Желаете стать большим продюсером, и чтобы все концерты, которые ты организуешь, приносили людям счастье. И потом вы обнимаете человека. Нет, обниматься нужно, нужно правильно. Моя старшая сестра учила так. Получается, левое ухо к левому уху. Тогда ваши сердца соединяются. И после этого человек вам задает те же самые вопросы. Как тебе зовут, чем ты занимаешься? Что хорошего происходит в твоей жизни? И говорит напутственные слова. Пожелания, да. Поехали. Выбирать одного человека, любого, не стесняемся, все такие после медитации, до любви. Давай, Кира, искусство, да. Отлично. Выбираем одного человека. Привет, как тебя зовут? Таня. А, Таня, чем ты занимаешься?